Социальный работник Ирина Трубочкина помогает пожилым людям 12 лет. В данный момент она ухаживает за 14 жителями нашего города. Курсы повышения квалификации проходят ежегодно. С теплотой в сердце каждый день женщина приходит помочь своим подопечным. И они относятся как к дочке. Они ждут меня, говорят, ой, дочка, ты пришла, как хорошо. Когда приходишь к человеку, видишь его как бы воодушевленное лицо, он рад к тебе встрече, и поэтому эта вот взаимная такая вот симпатия, она помогает в нашей работе. В рамках национального проекта «Демография» работники Центра социального обслуживания прошли курсы повышения квалификации. Участникам рассказывали об оказании первой доврачебной помощи. Преподаватели Самарского медицинского колледжа имени Ляпины проводили теоретические и практические занятия по 4 дня в неделю. Итогом обучения стала сдача экзамена. После соцработникам выдали сертификаты, которые дают право на оказание первой доврачебной помощи. Потому что оказание первой доврачебной помощи, я считаю, что не только социальный работник должен это знать, это должен знать каждый конкретный гражданин. Когда грамотно получаешь э, обучение и оказываешь эту помощь, это, наверное, дорого стоит. За два года в рамках национального проекта Демография в нашем регионе прошли курсы повышения квалификации более 1200 социальных работников. Никита Колосов, Григорий Плешаков, события.